Всем привет! Сегодня готовлю селедку хей из свежемороженной сельди. Вкус у этой закуски получается просто божественный. Селедочка получается невероятно пикантная, ароматная, нежная, в меру острая. Попробуйте, и вам обязательно понравится. Состав рецепта вы также можете посмотреть в описании под видео. Селедку разморозить при комнатной температуре, отделить филе. Внизу под видео я оставлю ссылку на видео «Разделка сельди на филе». Филе сельди нарежем средним кубиком. Перекладываем в стеклянную миску и заливаем 9% уксусом, так чтобы сельдь скрылась в уксусе. Оставим селедку в уксусе на 30 минут. За это время подготовим морковь. Сырую морковь 3 штуки среднего размера почистим и натрем на терке для корейской моркови. Репчатый лук 2 средних луковицы почистим, нарежем полукольцами. Прошло 30 минут, сельдь откидываем на дуршлаг, чтобы хорошо стек уксус. Перекладываем в глубокую миску, добавляем морковь, репчатый лук, 1 чайную ложку соли, 3 зубчика чеснока измельчим и добавим к салату. Добавим 40 мл соевого уксуса, 2 столовые ложки растительного масла, 15 грамм семян кунжута. Все хорошенько перемешаем. Убираем в холодильник на пару часов, дадим салату настояться. Вкусная и ароматная закуска из свежемороженной сельди готова. Хранится такая селедочка в холодильнике может до 3 дней. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, смотрите мои другие видео. Желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения.